Опачки, секундочку. А это еще что за такое? Ого, большая пачка денег. Вроде бы Влада А4 здесь нету. Пожалуй, лучше оставить это себе. Ему это вроде бы не нужно. Опачки, сюда. Вот так вот. О, фух, отпустила. Пятая пицца подряд была лишней точно. Пам-парам-пам-пам. Чего, Кобяк пришел? Ой, правда, Кобяк, привет! Привет, Влад! Ничего себе ты тихо ко мне в ангар пришел. Я тебя даже сидя на туалете не услышал. Ну да, я такой вот. Я, кстати, работаю, Влад. Ты мог бы не мешать мне. Ничего себе, сам начал работать, и даже я его не заставлял. Вот это Кобяк, молодец. Хоть и немного странно это. Ну ладно, наверное, что-то изменилось в нем. Пойду работать тоже. Пам-парам-пам-пам. Не понял. А где мои деньги? Они же тут на столе лежали. Я как раз таки откладывал на новую машину их. Чего? Куда они делись? Неужели я в гелик их положил? Надо проверить. Очень странно. Обычно у меня проблем с памятью нету, а тут походу реально забыл из гелика их достать. Чего? В смысле? В гелике тоже нет моих денег? А куда они делись? Это уже как-то странно. Пойду Кобякова спрошу. Эй, Кобяков, я тебя не отвлекаю, я хочу кое-что у тебя спросить. Влад, ну вообще-то отвлекаешь. Ну ладно, так уж и быть, давай, говори, что ты хочешь спросить у меня? Я это, чё, Кобяков, сегодня утром я положил на своем рабочем столе деньги. Притом достаточно большие деньги. Это моя годовая зарплата. И, короче, потом пошел в туалет. И прихожу, а их уже нету, этих денег. Ты случайно не знаешь, куда они могли деться? Или, возможно, ты кого-то видел подозрительного? Может быть, кто-то украл их? Не-не-не, Влад. Я сегодня никаких денег с утра не видел. Не, извини. Тогда это, Кобяков, все очень странно. Я же точно помню, что сегодня ложил деньги на рабочий стол. Неужели их кто-то мог украсть? Тут вроде бы все свои, территория охраняемая, никаких посторонних лиц сюда не должны впускать. Это все очень... Секунду, а это что? Подожди-ка. Кобяков, так это же вот, это мои деньги, точно. И это как раз таки мои деньги на мою новую машину. Подожди-ка, Кобяков, а что они делают возле твоего компьютера? Ой-ой-ой, походу Влад сейчас догадается. Надо срочно что-то придумать. Что, Влад, в смысле? Ты что, меня обвиняешь? Я ничего не украл. Эй, подожди, Кобяков, стой. Я тебя пока что ни в чем не обвиняю. Я просто хочу узнать, что делают мои деньги возле твоего компьютера. Я не знаю, Влад, подбросили. Мне подбросили, Влад. Подбросили? Кобяков, кто тебе мог подбросить мои деньги? Тут кроме нас двоих никого нету. Глен сейчас отдыхает. А я откуда знаю, Влад? Ну, кто-нибудь. Может быть, это какой-нибудь призрак, невидимка. Он как-то взял твои деньги и мне специально подбросил. А я ничего не делал. Я сегодня целый день работал. Как-то ты, Кобяков, себя очень странно ведешь. Ты очень нервный. Влад, неправда. Я совсем не нервный. Я себя очень хорошо чувствую. Влад, все нормально. Я вообще не нервничаю. Да, я вообще, со мной все хорошо, Влад. Может быть, это ты нервный, Влад? Я спокоен. Кобяков, кажется, я все понял. Это ты! Ты украл мои деньги и спрятал у себя за компьютером. Вот Кобяк. Я не... Да, точно, Кобяков. Ты вор. И знаешь что, Кобяков? Я никогда не думал, что ты окажешься енотом не только в наших роликах, но еще и в жизни. Я не... А еще знаешь что, Кобяков? Проваливай отсюда. Ты нам больше не нужен.
команде А4 воров не потерпят. Я не хотел, я не думал, что так будет. Влад! Кобяков, проваливай отсюда! Ты здесь больше не нужен! Еще и дождь пошел! Не, ну а что? Мне пришлось это сделать. Сегодня он украл мои деньги, а что завтра? А что если он завтра украдет мой канал на Ютубе? Не, я не хочу так рисковать. Ой, Глен, просто вообще не могу, я такой голодный, готов съесть 10 гамбургеров. Короче, пошли. Подайте на покушать, подайте на покушать. Чего? Кто это бормочет, Глен, это что, ты? Не, Влад, это не я. А кто тогда, кто это говорит? Ой, это опять бездомные. Подайте на покушать. Подайте, я хочу кушать. Опять эти бездомные. Они лучше бы не сидели вот так вот возле мусорок, а пошли бы работать. Заработали бы себе деньги и купили бы поесть. А так сидят там, воняют. Короче, пошли. Здравствуйте, а нам, пожалуйста... Глен, тебе сколько гамбургеров? Ну, Влад, мне давай 3. Окей. Тогда нам дайте 13 гамбургеров. Я просто хочу себе еще 10 заказать. Того, короче, 13 получится, понимаешь? Хорошо! Глен, кстати, знаешь, неплохое местечко. Гамбургеры были очень крутые. Подайте нам покушать! Хочется очень кушать. Надо будет когда-нибудь еще сюда с... Опять этот бездомный. Да ладно тебе, Влад, не обращай на него внимания. Пускай там сидит. Да не могу я не обращать внимания, Глент. Я пойду с ним поговорю. Эй, бездомный, ты чего тут сидишь? Иди лучше работай. Влад, это ты? Что? Откуда ты мое имя знаешь? Ты... Влад, это я! Чего? Кто ты? А, что? Кобяков? Ага, да, Влад, это я! Кобяков? А что ты тут делаешь, не пойму! Влад, ну как что я тут делаю? Я тут живу! Вот, пошли, давай тебе покажу более подробно мой дом. Тут совсем недалеко он. Вот. Кобяков, это что, твой дом? Ты что, тут живешь? Ну да, я тут живу. Тут, Влад, тут на самом деле не так уж и плохо. Вот, смотри, вот у меня кровать тут есть. Есть даже телевизор, вон. Правда, разбитый чуть-чуть, но смотреть можно. Да уж, Кобяков, на самом деле как-то... Как тебе сказать, ну, такое себе. Ну, не знаю. Если честно, после того, как ты выгнал меня из А4 команды, у меня дела вообще пошли просто под откос. Со мной перестали общаться все мои друзья, а потом меня и вообще ограбили, и квартиру мою сломали. Там, в общем, больше жить нельзя. Ну и, собственно, все. Все, что у меня осталось. Но, Влад, я как бы не отчаиваюсь. Я тут живу, и мне даже иногда еду дают. А иногда... Ох, приходится голодать. Кобяков, ну ты вообще, конечно, даешь. Ты бы лучше пошел на работу какую-нибудь, устроился там, ну, начал бы деньги зарабатывать, квартиру бы себе снял. Ай, Влад, не мое это все, я пробовал.
Я не хочу работать. Я вот хотел канал на Ютубе сделать, но... бесполезно. Кобяков, ё-моё, я даже, если честно, не знаю, что тебе посоветовать ещё. Влад, так давай это, как раньше, прими меня в команду А4, и тогда всё наладится у меня. Не, Кобяк, исключено, извини, но в команду А4 я тебя не буду принимать. Вот чёрт, ну Влад, ну почему вот опять ты? Всё, уходи, уходи отсюда, не хочу тебя видеть. Ну, как хочешь, Кобяк, как знаешь. Короче, Глен, пошли отсюда. Значит, он вот так вот, да? Ну окей, я даже помогать ему не буду. Пусть обижается дальше. Поехали, Глен. Так вот оно что. Тот бездомный, это Кобяков. У меня, кажется, есть план, как я могу это использовать. О, привет. Привет. Егорик, это ты? Да-да, Кобяков, я вижу, ты меня узнал. И знаешь что? У меня есть к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Предложение? Это еще что за предложение? О, Кобяков, не переживай. Оно тебе точно понравится. И потом, в скором времени, ты сможешь отомстить Владу 4 за то, что он с тобой сделал. О, что? Я согласен. Да, я отомщу Владу. Это он виноват. Если бы он меня не выгнал, я бы сейчас не был на улице. И не ел бы с мусорки. Да, я согласен.